Для тех, кто интересовался, можно ли использовать пилплай повторно. Вот, я тут поэкспериментировал. Вот, во-первых, пилплай становится очень таким твердым, его трудно разгладить. Поэтому такие вот страшные бугры происходят. Ну-ка. Ну, в некоторых местах прикольно получилось. В принципе, можно использовать. Если пилплай отодран хорошо, то есть у него нет вот таких вот как бы наплывов, вот, то в принципе можно повторно использовать. Нормально все здесь. Вот если хорошо разглаживается, почему бы и нет. Конечно, там, где наплывы, это просто ужасно.